Итак, сегодня 19 мая. Сегодня день пионерии, если кто не забыл. И вот я на день пионерии вырвался на рыбалочку. Перехожу дорогу в районе Терешковой улицы. Правда, не в положенном месте. Так как машин еще мало, всем значит на природе сегодня. И я тоже рванул на природу. Вот перехожу я осторожно улицу Терешкова, проезжую часть, шоссейку. Вот, все благополучно перешли, все миновали. Ну что скажу, сегодня я вырвался после таких холодных дней, после первомайских дней, на рыбалку. Вот перехожу дорогу нашу известную, трамвайную линию, где все так похерили, где все так небрежно валяется. И вот что я сейчас и уже вижу, что мы сейчас наблюдаем, такую картину. Это полное безобразие наших властей, попустительство даже, скажу. Это уродство просто, больше никак нельзя назвать. Рельсы выкорчевлили, а шпалы до сих пор лежат, и все так в бесхозном порядке. В таком бесхозном порядке, наплевательски даже относятся. Вот так вот наши власти осуществляют свой любимый, так скажем, городу, душу свою. Вот, это понимание наших властей, да, скажем. Отлично, больше некуда. Ну что, власти Дзержинска, вот еще вам один, пожалуйста, сюжет этой вашей расхлябности и попустительству, неуважение к городу. Больше нечего сказать. Приятных просмотров в интернете от Алексея Лешева. Пойдем дальше снимать. Тут хватит. Все. Вот вам тебе. Испортили меня. Ну что скажу? Сегодня я вырвался. В каком веке? На рыбалку опять повторно, но только уже не в Жолнино поселок, а на Бездоночку. Вот я перешел сейчас дорогу, значит, шоссейку по Терешковой улице. Что я наблюдал сегодня? Такую картину. В бесхозном состоянии лежат эти шпалы, все сломные, здесь изувечены все. Власти у нас многого не видят еще, значится. И до сюда телевидение, значится, не доходит. Пошли дальше глядеть, что происходит вообще. Вот иду я в лес. Захожу в лес, наш Первомайский. Мы сейчас будем наблюдать картину Репина. Что тут происходит? Вообще многое происходит. Вот, возьмите, пожалуйста. Бардак. Вот, глядим, бардак. Значится. Обнаружили хлам весь. Вот. Идем дальше. Птички поют. Хорошо. Природа дышит. Листва распустилась. Отлично. Идем вот потихонечку. Не спеша. Здесь по первоначальным таким теплым дням начнут буерозить, как всегда. Теплые дни выдаются, и пошло. Налево и направо мусор, шашлыки, мышлыки и все прочее. Пока еще зелено. Пока еще только что маленькие листочки. Ну, уже не маленькие, уже средние, так скажу, после дождей они уже выпали. Природа прям аж цветет и пахнет. Прелестно. Это мы идем уже по дороге к железной
по проселочной дороге к Железной. Вот. Это зона отдыха, так скажем. Лесная зона отдыха города Дзержинска. Пока все видим убрано, хорошо. Даже вон там столик поставили кто-то небольшой посидеть. Все как положено. Из пенька сделан стол, стул. Поглядим сейчас, что тут нахламлено, нет ли. А то может и тоже надо убирать, тут все придется нам. С женой вот выберемся и будем убирать. Больше никто, кроме лешего, ничего тут не убирает. Вот, пожалуйста, хлам. Мы наблюдаем. Стол нормальный, столик нормальный. А что дальше мы видим? Видим то, что вот. Вот это все мы видим. Обливается горькими слезами. Ну все, пока. Съемку прекращаю. Ну что, входим в определенный участок леса. Пока еще все хорошо здесь. Слышна, кстати, музыка где-то там. Уже кто-то на машине заехал. И, наверное, скорее всего, буерозят. Тут-то вот все чисто пока. Так, мелкий мусор. Посмотрим, что дальше творится в наших местностях. Без комментариев. Без комментариев. Как у вас дела? Ничего. Всем приятного отдыха. Вам тоже. Здравствуйте. Так. Вот повстречал я друзей тут. Некоторых у нас на работе были. Из ремонтиков, из ремонтной бригады. Тогда ремонт давеча делали. Как-то года два или три назад. Коля Трусова. Тут знакомые люди, строители. С нашего дома кое-какие ребята встретились, пообщались. Ну что, у человека праздник, день рождения. Вот так что имеет право, наверное, отдыхать. Но все культурно, вы видели, отдыхают. Ничего не разбросано, не раскидно. Это меня радует. Вот. Ну что хочу сказать. Птички поют. Отлично. Идем. Идем дальше. Природа так и шепчет. Ну вот подхожу я к этой помойке, к чертовой, опять. Я тогда выставлял все неоднократно в интернет об этой помойке. И вот сейчас поглядим, что за это время произошло. Да ничего, буквально. Как был хлам весь этот, так и остается хлам. Вот, пожалуйста, опять что мы видим. Вообще, это уродство полное. На хальсах полное безобразие, отвратительно все очень. Вот так, милые господа телевизионщики, журналисты, корреспонденты. Вот поглядите, что тут вообще наглядным образом творится до сих пор. Это я все в интернете выставлял. Вы у меня все это в интернете глядите. Сейчас поезд пройдет, и мы продолжим. Пока идет поезд, электропоезд. Вот. Вот в этом месте переход в поселок Бабушкино. Сейчас электропоезд пройдет, и мы продолжим. До сих пор ничего не убрано. Хлам, безобразие полное. Отсутствие чистоты и порядка в лесу. Болотина вся уже заросла, так скажем, этой всей грязью. Раньше хотя тут вот ротан водился, и щучки были. Вот сейчас тут ничего, все гниет, и все в бесходном состоянии, никому нет дела, ни властям Дзержинска, ни властям Бабушкина. Пускай
как-то они скооперируются между собой и делают вывод, кто из них кто чего набросал, кто чего сделал. Вот уже несколько звеньев нету, решеток. Раз, два, три. Нету решеток. Поснимали, уроды. На свои нужды, на частные, это так скажем. Нету ничего. Вообще, у людей полное отсутствие какого-то либо такого этого ощущения, что все просто надо ломать, кромсать и больше ничего не делать. Вот и все. Переходим в железную дорогу. Осторожно, электричка прошла, не спешает, мы все делаем. Вот. Птички поют, где-то вороны каркают. Вот поселок Бабушкино виден нам до сих пор. Сейчас будем переходить вот эту траншею чертову, которую выкопали. Не знаю для чего. Только выкопали. Люди все равно тут ходят. Ну, впрочем, так и я тоже прохожу. Вот. Но я без иду делать репортаж очередной свой. Выставить свой блог на мою страницу. И вот что мы видим. Вот глядите. Вся вот эта яма, что выкопали ее по осени, чтобы люди не проходили. А тут организовали помойку целую. Вот так. Вот глядите. Убедитесь, власти Дзержинска, что тут очень все не так уже хорошо. Надо закапывать срочно эту яму, а то тут уже скоро вообще с горой все наносят, повыкидывают, и никому нет дела. Вот проходим теперь осторожно этот промежуток, тихо, не спеша. Вот тут есть небольшой такой участок, где можно пройти. Идем дальше. Вот так вот наши власти заботятся о наших гражданах. А граждане заботятся о чем? Только о своем, лишь бы где-то кто-то нагадить. Больше ничего. Вот начинается поселок Бабушкино. Сегодня запомните, 19 мая 2017 года, День пионерии. Не знаю, что сейчас у нас как День пионерии отмечают, нет ли, но я этот праздник помню до сих пор. Как мы ходили на День пионерии на стадион, праздновали. Я, конечно, пионером не был, и комсомольцем не был, и октябрёмкой не был. Но душой болел душой за весь Советский Союз. Вот. Что расскажу по пути, по дороге на Бизонку, пока вот иду. Расскажу немного о себе. Тоже вкратце вспомню на День пионерии. Как помню, до сих пор также было тепло, хорошо. Все в летних кофточках белых были, в галстуках. Нарядные были ребята. Вот. И помню, как на День пионерии я мечтал выпить какой-то газировки, съесть мороженое, от которого слюнки текли постоянно, когда люди покупали, а я глядел и глотал слюньки, глядя, как мороженое едят ребята. В то время я буквально был на попечении казенного дома, на казенных харчах. И денежки нам, в принципе, никто не давал. А мы просто денежки искали, где попало. В парках, в лесопарках. На танцплощадках, под танцплощадками люди, что теряли. Вот этим мы и питались. На базаре где-то кто-то уронит, какую-то мелочь. Вот. Вот так и жили мы потихоньку. Ну, сейчас, глядя на все прошлое это, уже просто воспоминания такие наводятся. Так, вот что, еще одно событие какое-то тут происходит. Значит, переходим здесь улицу. Вот должна машина остановиться. Она меня пропустила. Все, хорошо. Пошли дальше. Вот заделывают ямы.
Бог вам помощь. Спасибо. Что-то знакомое лицо. Да? Да. Может быть. В охране не работали? Нет. Нет? А где раньше вообще работали? Да много где работал. Ну что-то для вот лицо знакомые. В Жукова Корунд не работали? Нет? На стройке? Нет. В 4-й автобазе? Пога работает. Да попад. На автобус работал. А, в Пога? Ну, блин, горел, я многих там знал. В Пога-то. В каком году, если не секретно, работали? Ой, давно. Давно? В 86-м, наверное. А, в 86-м, батюшки. Так я, это, вы, наверное, могли знать кое-кого моих знакомых. Володя Пасина не знали? Да я уж, если честно, не помню. Помню только одноклассников, с кем учился. Ага, ясно. А это вот кирпичики-то вы сами решили заложить? Или кто-то вас попросил? Сам, конечно. Сам? Потому что я гляжу, вот это вот ухабы, вот ямы вот эти вот все, они вот как вот начинаются, вот, например, вот эти вот это весна, вот это все, осень, вот это вот все, вот это плюханье вот это всего. Вообще, я не знаю, почему вот, например, это, так, это как его, частники вот не сложатся на эту дорожку. Елки, все-таки тут люди-то это самые, не бедные живут. Да, тут достаточно грейдером пройти, разровнять, да. Камней-то полно. Да, конечно, ущебенили и... Положили хорошую дорогу. Че, люди-то вон заселились, там вон уже до конца почти эти идут. А да. У нас сейчас сенокос будет, на коров держим, я коров пасу. А вы сами бабушкинские, да, тоже? А? Из Бабушкина? Сами. И вот за сеном сейчас будем ездить. Ну а да. Убивает эта дорога-то. Конечно. Не раз надо съездить. У вас скотина, наверное, полно, да? Да, 5 коров. А, вы ну как, вы фермерским хозяйством занимаетесь или что? Продаете молоко, сметану, да? Да? Творог, да, делаете сами все, да? А продукцию, где вы это свою это продаете? У вас точки или знакомые? Знакомые. Что? А, по знакомым? Вот из садов, так, кто это? Случайно узнает, приходит. Угу. Ясно. Как вас величать? Андрей. Андрей? Ну, а меня Алексей. Я, в принципе, это, в соцсетях фигурирую. Наверное, может, если есть у вас компьютер? Есть. Интернет. Некогда, я не понимаю ничего. У меня сынишка. А, сын. Ну, если сын это сам у вас занимается всей этой программой, всеми этими в соцсетях, он меня найдет. Алексей доктор Леший. Я там именуюсь. Я там выставляю свои материалы, свои публикации, репортажи. Вот. Ну, я плюс еще, это как его, исполнитель собственных своих песен. Вот, выставляю свои работы. Вот. Так что, ну да, вот хожу прогуляться вот. Ну так, я не активен сейчас к рыбалке, не как раньше. Я сейчас большинство, в принципе, занимаюсь фоторепортажами всякими. Делаю, значит, ну, скажем, о природе что-то, что-то пишу там, делаю репортажи всякие прочие. Такие нюансы неказистые в городе отслеживаем. Вот. Независимый народный репортаж у меня. Вот. Так что вот. Мы на рыбалку тоже, но редко. Ага. Мы если выберемся дня на два, на три, в Разнежье туда, за Макарьи. Ну, в Разнежье это мое, это, знаете, это Разнежье это вообще моя молодость. Я это, как его, и Разнежье, и Фокино, этот, как у Михайловского. Мы везде, но мы остановились на Разнежье. Ну, там хорошие места, да. Эх, там прям прекрасные места. Вот, что интересно, это вообще, особенно летом. Вот. Протоку влево как уходишь, да 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 туда, за сосновый лес, ага. Вот туда там места хорошие. Нет, это знаете, я вот сейчас уже это и времени нету, вот и, так скажем, некогда, просто уже есть все стороны. А в те места я, знаешь, вот, ну пускай лет 20 хотя бы вот взять назад, я, значит, ездил в это, как его, на рыбалку, мы ездили в Кадницы, Закстово. Вот, на ракете, когда ракета еще отсюда ходила. Вот, потом, что хочу сказать, этот, как его, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, дай бог еще вот, а, Самовка, в Самовке не были? Был везде, Лысая гора, Самовка. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я все объездил. Ага. Я раньше был посвободнее, когда скотинку держал, а вот 15 лет как связался. А вы в каком доме живете, если что? А вот, прямо по дороге, вот здесь вот сауна будет. Так. Там... А какой по номеру дом-то у вас? 40-й. 40-й. Следующий, большой такой. Там, ну, понятно. Андрей дом 40-й, да? Да. Ага, я запомню. Если что, вдруг это, значит,
что-то, может быть, попробовать, у вас молочка придется купить, попробовать. Приходите. Я потому что любитель молочных продуктов. А? Адрес простой. Один глаз закрываешь, Кутузова. Ага. 40. Ясно. Кутузова 40. Ну, у меня тут на Кутузова есть некоторые люди, так это знакомые, многие. Может, ну ладно, Андрей! Тогда всего хорошего. Ага. Удачи, успехов вам. Давайте вам пожму рабочую руку вашу. Побежал, выгоняю. Вот, ага. Всего хорошего. До свидания. Ну вот, встретился один такой человек, который по собственной инициативе закладывает вот эти ямы, дороги, все прочее, ухабы, чтобы было по-хорошему ездить тут. Вот. Единственного человека я встретил за это время, то, что делает здесь какие-то еще работы собственными силами, собственными средствами. Вы сами сейчас все это видели, убедились, да? Вот. Что хочу сказать. Вон они как ползут, эти машины, потихоньку, и ползут. А нет бы вот каждый так вот изволил сделать. Никто не сделает. Пока петух в жопу не клюнет, как говорят, никто ничего не будет делать. Вон собачек кто тут покормил. Собачки кушают. Вот. Голодные собачки. Надо покормить. Ну что ж, всем своя воля Божья. Вот они питаются, друзья, товарищи. Все. Всем все что-то досталось. Не обидели. Да, мои? Ну, молодцы. Не бойтесь. Не бойтесь. Так, вот зашли уже в часть такую жилую. Здесь у нас выстроенный уже коттедж давным-давно. Вот. И никому нет дела до дороги. Кто дорогу будет эту делать, непонятно. Хотя люди здесь живут зажиточные. Все у них есть. И деньги, и все. И не могут ничего для себя сделать, чтобы сложиться вот на такой промежуток дорожки, ну пускай метров, я так скажу, определенно метров 300, ну может чуть побольше, вот, ну можно снять, сделать все как надо. Кто этим будет заниматься, не знаю. Когда рак на горе свистнет, тогда и будут делать. Пока никому ничего нет дела никакого. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вон вишня цветет вовсю. Наблюдаем. Вовсю вишенки цветут. Прекрасно. Кул ловим. Очень. Как она собирает нектар. Вот. Пчелка собирает нектар. Глядим. Как она трудится. И собирает нектар. С вишневого цвета. С вишневого цвета. Копается, собирает она нектар. Вот перелетает она с веточки на веточку, мы ее улавливаем. Вот. Ну что, трудитесь, милые, трудитесь. Ваш черед настал. Вот этапно заканчивается, так скажем, предпоследний дом. Бабушкина. Улица Бабушкина, 6А. Улица Бабушкина, 6А. Вот. Домик уже добротный, построенный. У себя все каждые отмосточки сделал, тропиночки. А на дорогу наплевать. Зачем? Машина есть, проедем. Но как? Пока не поломаем всю технику, фиг кто тут все чего удосужится делать. А ведь надо, господа присяжные и заседатели. Надо. Не надо на усобицу жить. Надо что-то приложить и для общественного дела.
А то пихточки, елочки посадили, это радует, это хорошо. Пихточки, елочки, лиственницы, так скажем. Вот, посажены, молодцы, ничего, хвалю. Хорошо. Ну, надо еще, о, петухи закричали. Чувствуется деревня. Вот мой дом родной. Вот плетусь к бездонке я по буграм бегом. Но это не бегом, это к рифме не относится. По буграм. Отсель долой. Вот так, скажем. Вот. Вот какое-то строительство тут было начато. Видать, его прищемили или прекратили. Может быть, средств нету. До сих пор все тут идет, так скажем, стоит. Все вот эти бетонные сваи, бетонные блоки, все это разгорожено. Вот, пожалуйста, место кто себе выбрал, хозяину, значит, не пришлось тут ничего делать. С того года, как это все прошло через общественное телевидение, через интернет. Вот. Но дальше же идет следующее, дальше уже идет застройка. Дальше же идет застройка. Тут пока ничего не строят. Видимо, хозяин не такой и богатенький, как я гляжу по фундаментам. Тут что сложно, эти вот блоки бетонные, вон будочка какая-то убогая. Вот. А лесочек вот березовый заполонил, где мы грибочки собирали раньше. Как хорошо было. И что сейчас творится в этом безобразии? Ничего. Совершенно. Вот. Идут сейчас какие-то люди тут. О, коровы идут. Коров выводят на выгул, на очередной. Все, пошли потихонечку дальше отслеживать весь мой поход на бездонку. Вот идет человек, который отвечает за скотину. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь голов. Семь голов, семь коров. Вот. Травка сейчас молодая, сочная, набирается соком, так скажем, после весны, после весеннего всего таяния снегов. И вот она сейчас вбирает всю силу, трава, и она будет сочная, полезная для коров. Ну что, теперь внимание обратим вот на эту постройку. Какие репортажи? Не делал, какие репортажи я не выставлял, все окончательно срубается, все застраивается. До сих пор, когда прекратится это безобразие, уже не знаем. И вообще, кто тут вообще обустраивается, интересно знать. Это к тому, кому наплевать на все, лишь бы только было у него все хорошо. Надо будет узнать, кто это дело тут проявляет так интенсивным образом. Пока работников нету, видать, отдыхают или еще что. Видать, может, выходной. Сегодня пятница, 19 мая. Все, наверное, убежали справлять день пионерии, скорее всего, или день сантехника, когда пятница, или день что, день кого еще, день мелкого пьющего такого, скажем, человека. Вот костер у них тут. Видать, они грелись тут, когда холодно было. Вон дрова и все прочее. Вот. Кто это тут обустраивается, только нам догадываться надо. Ну что ж, попробуем догадаться и сами решить, что тут будет. Это понятно, что будет особняк хороший, довольно-таки добротный делается. Вон там вдали уже домики. Все уже застроены. Вот. Общественники у нас только ходят после моих, так скажем, опубликаций репортажей.
и уже делают через телевидение общественное, все это выносят. А я выставляю все это в интернет. Вот и что. Вот и все. Такой я деятельностью занялся не зря, потому что насочертело все это безумство наших властей и попустительство. Вот я это и освещаю. Меня этого никто не просит, не заставляет. Я патриот просто своей России. Итак, я пришел сейчас, уже вот добрался до начала вот этой местности. Я сейчас вот покажу вам вот до этой местности. Это, так скажем, район Бездонки сейчас будет. Вот. Иду я на Бездонку проведать. Вот коровки тоже опять гуляют. Вот коровки гуляют опять же. Вон видно, которые прошли. Вон пастушок тот сидит там уже. Значит, спасет уже скотину. Все очень хорошо. Вон уточки летают. Кстати, уточки надо запечатлеть, если они запечатлятся. Вон летят. Вот. Красиво. Дубочки уже проснулись. Листики молодые, деревьев. Все хорошо. Тихо, спокойно. Я иду с бодрым настроением на Бездоночку. Ну, ее называют по-всякому. Глубинка, озеро. Вон уточка летит, еще пару уточек. Вон они сделали круг, видать. Кто-то их, видать, пуганул. Все-таки хорошая природа, ну, не правда ли? Обезобразничаем. Вот пока еще так природа тут теплится. Хорошо все убрано, чисто, порядок. Вот. И нам надо соблюдать такой порядок. Люди, неужели красоту-то не цените? Надо ценить красоту. Берите пример с меня. И вам все воздастся. С Богом. Вам Бог за все, что вы натворили, за все с вас просит. А если не натворили, а если какие-то либо хорошие, добрые дела сделали на этом свете, то и вам Бог пойдет навстречу, люди. Итак, вот, поглядите, какая красота. Ну, неужели от такой красоты куда-то надо бежать, в какие-то углы, с банками, с клянками, с бутылками, со всякими, и все это поганить? Ну, природа для чего дана? Чтобы выйти и ею насладиться. Вот и все. Вот к дубовым рощам подходим, к первой полосе, так скажем, гриве. Я так называю здесь грива. Дубовая роща, моя любимая. Где-то машина опять слышен, гул, звук этих, значит, колонок мощных. Так называем, их и называют самбуферы. Играют где-то, аж до сюда доносится. Вот, пока ничего еще не захламлено, ничего. Вот. Здравствуй, мой родной лес. Здравствуйте, мои уважаемые старообрядцы. Мои богатыри хорошенькие. Я давайте с вами поздороваюсь. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Вот я пришел к вам сегодня. Живете тихо, спокойно. Мои любимые, мои дорогие богатыри, мои дубы. Вот солнышко. Погода сегодня чудесная, 20 градусов тепла. Еще раз повторюсь, 19 мая, день пионерии. Я вот на день пионерии вырвался. Мое любимое место. Это к озере, к озеру. Значит, Бездонка. Ну и так далее. Тут много мест хороших. Вот, это мое любимое место. Мы здесь с женой любим прогуливаться, на рыбалочку сходить.
Вот, за грибочками, если найдем. Правда, с каждым разом становится все меньше и меньше гриба, но ничего, попытаться можно найти. Говорят, уже вон пошли, появились сморчки и срачки уже. Вот, ну что, тут сморчков нету вообще-то. И никогда их не было. Но тут зато грибок появляется, как подосиновик бывает встретится, подберезовик. Ну и на иной раз, если что, повезет, и на белых наткнешься. Но не всегда. Потому что народу с каждым разом становится больше. Вот, а народу, как обычно, много. Каждый хапает себе постольку, что не унесет. Это раньше было. Ну, сейчас уже довольно-таки все места эти опаршивили. Все повыдирали, с корнями все выдирают. Не ценят природу. И природа не откликается им взаимностью. То, что они творят все. Это я говорю про дикарей, которые не умеют отдыхать. Вот я перешел в бродик небольшой, лужу. Вот. Сейчас буду подниматься в гору. На пригорочек подниматься будем. Вот. Ну что, подойдем к бизоночке. Позоромся с бизонкой. Мы тут были в марте месяце. Вот соловушки, пожалуйста, поют. Тихо, спокойно. Все, не спеша, идем к бездонке. Что у нас тут будет, поглядим. Может, и половим что-нибудь. А может, просто полюбуемся на природу. Вот. Вот обгорелый уже пень. Дерево обгорелое, которое тут уже горело незадолго, видать. Кто-то тут что-то пытался поджечь, но не получилось. Видать, просто потушили. Или сами осознали, что ничего такого хорошего не делают, кроме как плохого. Вот. А свежий след от обгоревшего этого положения есть. Вот. Ну что, подойдем, значит, сейчас по направлению к бизонке. Вот я пробираюсь сквозь такие небольшие объекты. Тут, как правда, все довольно-таки жидко. Вот. Но потихонечку все-таки я проберусь. И постараюсь здесь сделать мое обозрение, мой репортаж об этом чудесном озере Глубинка, или так его еще называют в народе, Бездонка. Где-то слышны голоса, правда, женские. Вон утка плавает, видать. Уточка или чайка там что-то, я не вижу. Можно, как, впрочем, и поглядеть. Вот. Вот наше первое озеро. Бездонка. О, лягушечка плюхнулась. Кто там еще? Не знаю. Но это мы сейчас разглядим. Попытаемся понять, кто тут обитает. Кто тут обитает. Где-то крики раздаются. Вот. Тихо, спокойно. Хорошо. Пока никто еще не нагадил здесь. Попробуем на бревно, что ли, пробраться? Как вы думаете, считайте, а? На бревно я, похоже, сейчас проберусь. Опа! Так, вот. Попробуем разглядеть, что внутри у нас находится, в воде, кто плавает, кто чё. Ну-ка. Угу. Вот озеро. Чисто, хорошо. Осматриваем даже дно. Рыбки есть какие? Плавают? Нет. Поглядим сейчас осторожно, внимательно. Вот, ладно. Не беда. Вот по этому бревнушку я сюда вот прошел. По этому бревнушку прошел вот. Значится. Вот, вот стою вот на бревнушке и наблюдаю за всем происходящим. Ну вот, крики начались какие-то там непонятные, как всегда.
как пятница, хорошая погода, и все, и понеслось сейчас. А к вечеру, наверное, того и гляди, тут ураган пройдет, как Мамай прокатит. Не могут люди отдыхать без всяких этих своих приключений. Молодежь, вон лягушечки заквакали. Глядите, как хорошо, птички поют, лягушки квакают. И тут такие вопли. Молодежь, вон она стоит там вся, на том берегу, на той стороне. Пришли сюда побуерозить, так скажем, побуерозить. Больше... Вот. Какая красота, да? Очень хорошая красота. Великолепно. Даже. А? Тут вообще есть рыба-то? А как же? Хорошая. А вы не местные, что ли, или что? А? Нет. Не местные? А откуда вы? С Нижнего. Ой, с Нижнего? Ну нет, ребят, вот знаете что, в чем дело? Вот эта вот бездонка, я не знаю, как вы... Вы не знаете это озеро? Знаем бездонку. Вот эта бездонка есть. Ну тут что я скажу? Особо по рыбе плотвичка, окунь, щука. Ясно. Вот. Все так, понятно. Вот. Если хотите, располагайтесь. Вот, кстати, вот я сейчас на Брёмовке вот тут был. Просто я поглядел. Я просто репортаж делаю. Вот, а это самое, это майский репортаж у меня. И вот я просто сделал немножко кадров, снял. Вот, некоторые съемки сделал. Вот. А так вот, у Брёмовска тут можно, вот, значит, присноровиться. Я там вот сейчас заходил, так можно, хорошо. Там и кстати, и это место такое, это как раз... Идет, падает тень от дерева. Ага. Здесь можно. Вот. А то я так вот иду, по ходу дела, к этому, как его, к Круглому озеру. Ясно. Вот. Тут можно расположиться. Ага, не за что. Ну вот, пожалуйста, еще одна команда встретилась. Пришли отдыхать, порыбачить, видать, люди. Я им подсказал, куда можно пройти, где можно остановиться, посидеть, воздухом подышать. Ну, там можно и покушать, только главное, чтобы не сорили. И не мусорили. Вот чего характерно. Этому пока, к счастью, наблюдаем то, что все пока хорошо, свежо, тихо, спокойно. Мусора пока такого активного нету. Все отлично. Убрано все. И все хорошо. Вот кротики, норочки опять тут наделали. Как мы ходили тогда по весне, тоже они были. Ну, вот опять. Вот. Ну что, дальше идем. Путь держим теперь куда? На Круглое озеро. Теперь мы на Круглое озеро идем. На Круглое озеро рыбачить идем. Ну не рыбачить, а отдыхать. Вот. Вот обозреем тут место. Бездонки еще облюбуем, так скажем. Сделаем небольшой очерк вот этого места. Вон молодежь все тут не унывает. Вот. Все прекрасно. Хорошо. Девчонки там, видать, пришли побаловаться. Между собой подурачиться, молодые. Так, продолжаем вон репортаж опять. Вот. Поднимаюсь в гору. Вот. Пригорки, бугорки, все прочее. Идем налегке, с энтузиазмом. Пчелы пролетают. Идем дальше. От бездонки мы шуруем на Круглое озеро. Тоже мое любимое озеро. Круглое. Но это подальше еще, примерно идти, наверное, нам где-то с километр.
осталось идти. Но все-таки мы достигнем своей цели. Вот тут какие-то мешки разбросанные. Кто-то тут накидал чего-то с песком. Это, наверное, прошлый год, когда проводили здесь какие-то очередные соревнования. Вот. И так все и оставили. Ну, мешки с песком — это не беда. Песок — это не грязь и не бутылки, стенки, банки. Вот, пожалуйста, какая-то вот болотинка, я ее только не знаю, как она называется. Тут тоже постоянно и ротаны есть, и карасики, я помню, ловил тут. А вот сейчас пока лягушки тут издают свой такой перекликающий звук. Это у них сейчас, наверное, свадебные такие начинаются отношения между собой. Вот. Ну что, неплохо, неплохо. Природа живет. Вот. Пойдем дальше. Маленько тут мы остановились. Вот. Я себя еще раз освещу, покажу вам самого себя. Алексей Леший. Привет всем. Еще раз. Итак, значит, что скажу. Сегодня у меня настроение чудесное, чудесное, чудесное. Чудесное. Такого настроения никогда еще не было. Вот идет девушка. Тоже отдохнула, наверное, видать. Вот. Кто-то она грустная какая-то, непонятно. Хотел поговорить, но не стоит отвлекать. Может, дама в своем как-то амплуа. Может быть, одной хочется тоже побыть. Вот. Отдыхала, наверное, тут. Что-то делала. Какие-то, наверное, очередные пейзажи, репортажи. Все сейчас устремились весь мир в селфи и в репортажах. Сам себе режиссер каждый стал. Вот. Вот до чего достигнут прогресс в электронике. Стали себя снимать. И все. Вот мой дуб. Здравствуй, мой дорогой богатырек. Мой старый дедушка. Я с ним поцелуюсь, с этим дубком. Вот так. Это мой хороший дуб. Вот. Здравствуй, мой дорогой. Вот он какой большой, глядите. Вот такое мое дерево. Это мое тоже. Все мои друзья. Все мои друзья. Они лучше, чем люди. Да? Они лучше, чем люди. Они лучше, чем люди. Они молчат, ничего не скажут, но они все понимают. Запомните, лес все понимает. Практически. Кто чего буерозит. Ну что, на этом я пока заканчиваю небольшое свое такое интервью с лесной частью. Еще раз послушаем, как квакают лягушки, без комментариев. Вот. Пока-пока. Я вот пока шел по дороге, я подумал, а не переименовать ли мне свой, так скажем, блог. И назову-ка я это все «Дзержинск в объективе». Как вам такое дело? Я думаю, нормально будет. Или «Окрестности Дзержинска в объективе». Все очень просто будет, да? И замечательно. Правильно? Мой бренд. Всем привет. Идем пока дальше. Вот опять идем пока по дороге. Вот. Круглое озеро у нас вон такое. Грязное. Да, усы грязные. Тут уже оно пересохшее. Разделяется с другим рукавом. Вот. Продолжаем путь дальше. К основному озеру, к чистому, к чистой воде пробираемся. Вот. Птички, как всегда, опять поют. Хорошо. Вот. Соловушки вон они на дереве. Вон они. Где их не вижу. Может, камера уследит чего. Я не знаю. Но, похоже, все будет нормально. Это мы потом все отредактируем и поглядим, что я отснял сегодня. Мой очередной независимый народный репортаж Дзержинской окраины, околиц
околица Дзержинска. Поля, луга. Все хорошо. Вот видите, даже на этом вот месте кто-то, наверное, даже и отдыхал. Но все убрано, все чистенько. Правильно? Вот так и надо отдыхать. Понимаете, какое чувство уверенности, что будет завтра еще лучше. Итак, вперед! Вот, пожалуйста, моя родная страна. Дорога моя любимая. К круглому озеру. Вот оно начинается, круглое озеро. Вот эта часть уже сколько лет, с каждым годом все усыхает. Место заболачивается, покрывается уже всякой растительностью, не чистится ничего. А ведь могло бы озеро и жить дальше. Так всем наплевать, никто ничего не хочет, лишь бы только хочет что-то свое урвать. Каждый хочет свое что-то урвать. И больше ничего. Вот посмотрите, какая заболотистая часть стала этой местности. Вот насколько она уже заболочена. Сейчас мы ее отснимем все, отследим. Вот. Вот такая заболотистая часть стала. Это уже считается что? Уже одна треть часть, уже погибло озеро. Все. Тут ничего скоро не останется, никакой живности. Правильно я говорю, мужчина? А? Я говорю, заболотистое место уже становится. Уже одна треть часть озера-то уже заболотистое стало. Уже зарастает все буквально. От круглого озера скоро ничего не останется. Вообще буквально, да? Вы согласны? А? А вот дойдите, вот. Уже, я так прикинул, где-то 1/4 часть уже заболоченного места стало. Вот. Вы на это что скажете-то? Ну, а что, везде зарастает. Вот, зарастает. А почему? А вы знаете, почему зарастает? Во-первых, разлива не стало. Чтобы вода, вот, например, затекала вот в эти места, разлива уже не стало. Если, скажем, разом все, вот разлив тогда замещал, воды Оки сюда заходили, тут как-то не успевало зарастаться, правильно? Вот чего. Да это все в зависимости от того, что вода же, она вот, например, как-то все-таки сопутствует тому, что не прорастало бы ничего. А если вода до сюда не стала доходить, что это значит? Это значит, озеро стало усыхать. Даже вот тот, даже вот тот исток ручья, вот, который вот там вот, ну, знаете, вот там вот. Она везде усыхает, вода. Она вот пырские карьеры, какая там вода? Вот за пыры. Раньше-то воды сколько там было, а сейчас все, вот такое болото. А вы с рыбалки? С Оки или отсюда, откуда? Не, я так посмотрел. А, просто это, поинтересовались просто, понаблюдали. Так что это везде зарастает. Раньше ведь оно как было, там, 100 тысяч лет назад, тут же Ока текла. Ну да. Там она текла, хуй знает, когда куда. А сейчас вот меньше, блин. Вот сейчас, вот считайте, вот несколько времени пройдет. Это глобальное потепление тут идет. Вот это из-за климата. А так бы оно ничего. Если бы климат становился. Я вот сейчас заходил вон на этот, на бездоночку. Посмотрел, ну бездоночка так еще нормально. Там же все-таки бьют ключи, родники. Там родники, там же. Да. Вот. Не, нормально пока. Глобальное потепление. Углерода больше становится, пищи больше для растений. Вот они и растут. Ладно. Ну ладно, всего хорошего. Ну и так понятно стало то, что действительно все озеро потихоньку вот усыхает. Сейчас вот попался человек очередной. Вот. Прокомментировал на мой вопрос-ответ. Вот. То, что глобальное потепление какое-то, нет. Это не глобальное потепление. Это то, что в бесходном состоянии сейчас у нас это озеро. Вот и все. И больше ничего. Вон там еще какой-то рыбачок рыбачит, проглядывается
сквозь кустики. Сейчас спросим у него, что, как, чего. Видать, он тут рыбачит. И похоже настроен. Видать, сидят. Ага, даже не один, а несколько человек. Видать, двое. Ну, сейчас подойдем, узнаем. Итак, у нас будет вопрос. Один вопрос будет. Бог помощь? Давненько? Ну, вон так он, привет. Ну так, время провождения. Да. Отдохнуть? После таких дней холодных. Да. Вот, после первомайских этих праздников-то. Маленько. Вот. А то тут на 1 мая все выбрались. Два дня побыла погодка-то. А потом хлоп, опять резкое похолодание. А? Покататься да посидеть полезно. Ну это ясно. А вы как у вас? А? Вы давно уже? Да нет, я просто иду, это, тоже прогуливаться. Вот. Репортажик делаю я. Об местности вот этой. Вот. Потому что вот я насколько уже вот уже увидел, что вот озеро круглое, оно уже одна третья часть его уже заросла. Уже нет. Вообще, вот. Вот все уже. Это считать. Мы ездили на велосипедах, хотели посмотреть тоже. Вот, и глядите, это уже все. Это или его чистить надо, сейчас пытаться, а то иначе оно все уже. А все болото будет. А все, вот оно уже все. Вот это вот все уже болото. Да. Все. Там уже никто ничего не ловит. Куда дальше мы проехали, там уже никуда идешь. А там что? Там трясина, грязь. А. Нет, а переход-то как? Очистился? Да. Или залит переход? Да. А, еще пока залитый? Еще пока в свое русло не вошло. Потому что мы были в марте месяце здесь. В марте месяце здесь. Я с женой ходил. Это было где-то. Ну, где-то в конце. В конце, не в конце, где-то, может, числа, может быть, 26-го вот так. Ну, в общем, в конце марта мы были здесь. Уже вот это, эти, как его, были и протальные тут все, это все. Это, и озеро только что начиналось это разливаться. Вот мы были и тут. Тут еще на этих. На квадроциклах ребята ездили. Вот. А вы что сами без удочки? Да, я вот. А, понятно. Это подрастающее студент. Поколение рыбака. Студент. Студент. Ну, гляди-ка, упорный. Сидит, глядит на поплавок. Ага. Молодец. Ага. Ясно. Ну, а что, погодка хорошая сегодня? Нормально. Хоть первый день такой. Да, ну вот что-то говорят, опять с той недели дожди. Вот завтра еще 25, говорят, а уже с воскресенья опять похолодает. Да, дожди. Дожди похолодает. А, кстати, в этом году сморчков полно. У меня вон товарищ ходил куда-то в лес, не знаю, вот где-то тут рядом, в пригороде. Сморчков набрал 3 корзины. Сморчков. Ну, я их, правда, не собираю, я не любитель этого гриба. Я жду хорошего гриба, основного. Я вот сюда хожу уже, вот, когда, например, в июне там уже первые эти начинаются, такие эти грибочки выскакивать. Тут вот они есть, грибы-то, кстати. Ну, маловато, но находишь. Вот. Так хотя бы, вон, солнышко пока первое. Ну, да. Да, и тихо, спокойно. Никого никто не орет. Не бесится, да. Ну ладно, всего вам хорошего. Всего вам хорошего отдыха. Очередные попались рыбачки. Отец с сыночком со своим. Вот. Сына вывел на природу. Ученик пока еще в рыбалке. Но упорный мальчик. Не скажу ничего, упорный. Сидел, даже не отвлекся. Сидел на удочку, глядел. Я вот с отцом маленько пообщался. Ребенка. Вот. Все хорошо. Спокойно отдыхают. Ничего не буерозит никто. Вот. Некоторые мотоциклисты только проедут. Вот пока. Больше ничего. Все отлично.
все катит. И мы катим. По дороге. Вдоль оврагов, вдоль обочин. По дороге. Вдоль оврагов, вдоль обочин. Так. Ну, все-таки какая грязь. Вот поглядите, все-таки какая грязь. Это же грязь. Ну, самый натуральный. Где тут рыба скоро? Скоро рыбы никакой не будет. Вообще грязь. Вся полная грязь. Ну, это разве уму постижимо так? Вот поглядите-ка на эту грязь. Это ужас. Такая грязь стоит. Это уже начинается что? Изменение фауны. Да. А я что увидал? О, какой лаз хороший. Обойдем этот лаз с другой стороны. О, гляди-ка, тут и спрятаться можно от грозы даже. А? Ёлки-палки. Даже от грозы можно спрятаться. Как вы думаете? А? Вот это да. Сейчас поглядим. Сейчас мы сделаем селфи тут. Сейчас мы тут сделаем селфи. Похоже. Вот так вот. Вот так, похоже, мы сделаем селфи. Сейчас, кто не знает, как я сделаю селфи, а я уже придумал. Ну-ка. Что у нас получится? У нас получится вот что. Алло, гараж, ку-ку. Я тут, а? Кто тут живет? Тук-тук, кто в терме живет? Это я, доктор Леший. Ха-ха-ха-ха! Ну что скажу, это шутка. Ну конечно, тут спрятаться можно ребенку маленькому. От грозы, от всего прочего. И тут, кстати, соты есть, диких пчел. Или это ос, или что, вот. Покажу вам наглядный пример. Вот. Это, значит, был улей здесь. Сожженный, значит, кто-то его сжег, наверное, или капли. Грозой, может, молния ударила. Но вот сотики я нашел. От диких пчел. Итак, ку-ку, всем привет! Это я. Вот такая вот нора попалась по дороге. Сделана в самом дереве, в дубе, в дубке. Ну, дуб растет, видать. Вот. И внизу его, в основании, вот такая вот нора. Не правда ли красота? Можно и селфи сделать. Допустим, как я взять. Сделал. Вот. Глядите, глаз. Нос? Да это же леший. Господи! Ёлки-палки! Мой коллега, мой родственник. Приветик мой! Леший, я тут к тебе пришел. Сам доктор Леший. Молодец! Ну что ж, извольте познакомиться. Сторожим, молчим, дубовый лес. Вот мой друган. Назову я его. Ну как назову? А не надо ему представляться. И так все понятно. Это леший. Вот сторожило нашего леса. И всех вещей. Так что знайте. Мы тут не одни. Нас тут много. И леса-то мы охраняем. Все. Стоим на страже. Лесного порядка. Все отлично. Пойдем дальше. Ты мне позволяешь пройти дальше? Да, скажи. Ладно, пойдем. Ну давай, дружок. Спаси. Дерзай. А я пойду дальше. Пойдем дальше. Делать репортажи свои. А ты стереги и гляди за всеми. Как часто ты это делаешь. Молодец, учти. Я недалеко тут буду, если что, позовешь. Ну что скажу, вот пришли до чистого водоема. Ставим удочку пока. Вот свою.
так скажем. Ну что, подойдем к воде ближе, к чистому источнику. Ну, здесь вот видите, все порядком чисто уже. Здесь вот в этой части уже озеро чистое начинается. Вот, свеженькое все тут. Вот, любо-дорого. Вот наше круглое озеро, обзор его, нашего озера круглого. Снимаю я с каймы. Люблю я это дело снимать, такую кромку воды. Штиль. Ну, небольшая рябь все-таки идет. Рябь идет небольшая, но это ничего. А так хорошо. Птички поют. Вот. Ну, вот усохшая трава еще пока тут. Ненужная, уже сгнившая. Она уже скоро вся превратится в грязь. Все эти остатки. Прорастет новая осока. И так будет из года в год. Осень, зима, весна, лето. И так идет эпоха своим чередом. Красиво, не правда ли? Благодать. Отлично. Прям отдыхать приятно. Такое спокойствие души. Такое наслаждение. Всего прочего. Тихо, спокойно. Никто никого ничего не напрягает. Природа вам отвечает взаимностью. Не правда ли? Красота. Небо прекрасное в облаках, синее. Вы пока поглядите, какие лазури проглядываются этой всей красоты небесной и чудотворной нашей земли. Великолепно. Спасибо тебе, моя планета. Вот я сейчас в этом объективе. Вот у меня удочка. Вот. Там я где-то уже нашел червячка небольшого. И сейчас попробуем мы сделать первые такие набросочки рыбалки. Вот. Я, правда, не упорствую сегодня. Мне это незачем. Я вышел просто так на прогулку. Вот. У меня одна и та же удочка, что я был на озере Совец в Жовнино. И что сейчас тут, на круглом озере. Вот. Ну, что скажу. Вон там нашел я уже небольшого червячка под дощечкой. И будем сейчас этот червячок использовать во всех возможностях. Вот. Сейчас я разверну камеру. И покажу, где я этого червячка буду извлекать. Вот. А извлекать я буду его вот отсюда. Вон он пока не уполз. А он здесь, а, находится. Вот он, миленький мой. Иди сюда. Он почти уже начал улазить. А я его нет, да и поймал. Вот он. Червячочек-то. Насадим его, как следует насадим. А то он уже начинает уползать. А я его нет. Я его сейчас на крючочек. Вон лягушки заквакали уже. Все. Это они меня приветствуют. Привет, привет, говорят. Доктор Леший, мы тут. Я понимаю, что мы тут. Вот, короче, я червячка насадил. Вот того, кто видит, не видит. Вот. Вот червячка я насадил. Вот он. Убедитесь, что я червячка насадил. Все. Итак, а потом рыбачить будем дальше. Лягушки квакают. Мы не квакаем. Мы пришли сюда ловить. Итак, начинаем
заниматься тем, чем, конечно, не надо мне. Но просто для интереса я сделаю то, что я хочу пока. Пока у меня есть такая возможность. Удочку, значит, опять так же выставляем все. Выставляем. Присноравляем. По-хорошему кольца отлаживаем. Вот. Делаем спуск. Чтобы спуск был. Спустим маленько. Отладим. Наладим. Вот. Снимать. Вот такой обзор хороший. Итак, сегодня я нахожусь на Круглом озере. В устье ручья, так скажем, протоки ручья. Все отлично, штиль. Что характерно, встретил тут морячка. Вот. Поговорили, побеседовали. Друг друга поняли. Вот. Поплавок стоит, рыба не ловится. Когда возьмет, не знай. Все. Итак, моя прогулка закончилась на бездонку. Иду домой. Вот пообщался с людьми. Пока-пока. Вот. Всего хорошего вам. Заходите в соцсети. Итак, продолжаем обратный путь. Рыбу, конечно, я сегодня не поймал. Просто прогулялся. Встретил таких интересных людей. Пообщались маленько. Вот, что хочу сказать. Уже вечереет. У меня уже остался только аккумулятор на этой батарейке. На этом телефоне. Не на батарейке. Маленько споткнулся. Вот. Что скажу? То, что народ пока... Я такой гляжу, нормально все-таки отдыхает. Что будет дальше, неизвестно. Ну, обратный путь я навострил домой. Все, пока-пока, Круглое озеро. До свидания, мое счастье. Вот. Сейчас еще попрощаемся с Лешем. Где он тут, а у нас... стоит в забытие. У меня это все, правда, отснято на камере, на видео, на другом аппарате. Вот. Все. Итак, с вами сегодня провел репортаж совместный сам Алексей, доктор Леший. Пока-пока. Герой. Опять я подошел к нему, чтобы попрощаться с нашим Лешим. Вот. Ну что, всего хорошего. Пока я был там где-то, пока обходил другие окрестности озера Круглого, ты стоял и охранял все тут. Молодец. Похвально. Хвалю. Спасибо тебе за это, за все. Всего хорошего. До свидания, мой друг. Жди меня в следующий раз. Я скоро обязательно вернусь. Он мой друг. Я с ним нахожусь. Всем привет. Вон мой тезка. Вот. Так что знайте, леший не один. Нас много в лесу. Порядком. Так что не хулиганьте. И делайте все по чести. В лесу надо отдыхать, а не хулиганить. Все. Всем до скорого. Встреча с Лешем.
Это к удаче. Так и знайте. Пока-пока. Все. Мы прощаемся. Вот так вот, милые мои. Камера что-то буксовать начала от моих съемок-то. Еще раз говорю, вот уже все. Пришел я на место отдыха. Отдохнуть маленько отдохнуть. Здоровые. Гляди-ка, что-то таскает за собой. Что он там таскает? Гляди, какие здоровые. Ух ты. Батюшки мои. Вон какие. Вот это муравьи. О, на склад напал. Муравейник здоровый. Вон какие. Гляди-ка что. Живет природа, живет. Не тужит. Все, хорошо. Ладно, не будем им мешать. А то, я думаю, они тут меня уже все перепугались. Гляжу. Все скрылись. Где вы там? Вон где он. Вон он где ползает-то. Вот он ползает. Какой крупный. Вон он. А тут еще крупнее был. Куда-то улез. Куда-то улез. Куда-то улез. Ладно. До свидания, мои хорошие. Итак, вот у меня в аппарате батарейка сдохла, но ничего. Вот поет надо мной соловей лихую песенку свою. А я возвращаюсь обратно домой, сделав репортаж очередной об окраинах нашей местности Дзержинска и всего прочего. Сегодня я немало встретил хороших людей, добрых, отзывчивых, которые смогли со мной пообщаться, поговорить о том, о сём. Встретил еще даже, скажем так, не сослуживца, но, по крайней мере, одного единственного товарища по службе. Правда, мы не в одной воинской части служили, а в разных и в разное время, но все-таки пообщались. Вот. Мне оставил очень хороший отпечаток об этом общении, об этом человеке. Вот. Что скажу дальше? Вот, наслаждаюсь природой, уже вечер, но я все-таки не смог, значит, еще раз, скажем, остановиться, приземлиться, отдохнуть и сделать небольшой такой заключительный к концу моего репортажа такой комментарий. Был день сегодня хороший, такой насыщенный, хороший, творческий, ну и довольно-таки все хорошо. Дай Бог, чтобы отдыхать так было всегда и хорошо в дальнейшем. Нашел я отдельные какие-то места негативные, где-то я отснял то, что плохо. Вот. Но еще в целом лес стали люди вообще-то немножко и беречь, и убирать за собой, и все прочее. Вот. С вами сегодня был собственной персоной сам Алексей Доктор Леший. Всего-всего пока-пока. До следующих встреч в эфире. Погнали!